Вот с утра осматриваю машину, на которой я постоянно ползаю. Это мне с сервиса дали. Что это, я так до сих пор не знаю. Какой-то... Куда это прицепить? Пускай будет. Я так и не понял, видимо, они где-то мне с этого снизу сняли курва. Кто еще подскажет? Вот, допустим, этот баллончик, какого года он должен быть, тоже хер его знает. Крышка запасная. Поставил свою старую. Все, у меня хоть тосол перестал утекать. Надо вытирать все. Все нужно вытирать. Пыль летит. Птички какают на меня. Любят они мою машинку. Не знаю, бля. Вчера что-то я после подработки очень сильно уснул прямо в машине, блин, прохладно ночью. Ну, с утра смотрю на свое все это произведение. Вот что они мне сделали. Единственное, что неприятно, вот просто неприятно по-человечески. А ведь вот эту штуку ведь она же должна курва как-то, они мне ее, видите, после ремонта так и не сделали. Просто запендюрили, бля, как хочешь. То есть ремень свободно болтается. Вот эта штука, не дай бог, попадет в ремень, блядь, и будет горе, блядь. То есть они даже, блядь, как-то не додумались. Ну, блин, вроде и хлопец хороший, бля. Ну и вот убили они мою эту штуку, блядь. Она не вставляется, блядь. О. Это мне нужно сейчас ебаться, блядь, после сервиса, блядь. А ведь чтобы ее поменять, это получается, нужно снимать, блядь, там пиздец. Все снимать. Блядь. Ну, вот вроде мелочь, да? Они считают, что вот это мелочь, блядь. Это не мелочь, блядь. Вот такая херня залезет, блядь, в мой ремень, блядь, и будет жопа, блядь. Они об этом не думают, да? Ну, они же, блядь, мне официально, курва, гарантии не дали, блядь. То есть я не требовал. Сейчас я, блядь, двумя руками. Сука. Не, так не может быть. Они должны мне были сделать, бля, чтобы оно держалось. Сучары, блядь. О, нихера не держится. Такое ощущение, что они просто взяли из другой машины вообще, блядь. То, что они творили, блядь, с ней. Дивно. О, вот так должно быть. Должно быть вот. В идеале, да? Но что-то сломано. О, отходит. А должно быть, это... Там же ремень, ну ебаный в рот. Простите за выражение. О, блядь, ну никак. Сука. Я вот они считаю, что вот, ну нормально, блядь, ну едет. О, блядь. Ремень торчит, блядь. Не закрывается.
Ну это ж они сами себе, блядь. Если я вот приеду к ним, как бы, я на гарантии. Ну просто из-за этой хуйни. Ну, а получается, смотри, это ж надо ж снимать, блядь. Это ж не просто так, бля. Курва, бля. Вы что ж поленились, бля? Ой, бля. Сами, они сами себе придумывают забот. И мне, бля, проблем. Ну нельзя же так ездить. Вот в мое утро. Мне бы это устранить. Это вот, вот я приехал к ним. Говорю, смотрите, вы мне раздолбали. Ну они это быстренько раз в 2 секунды и заменили. Ну это ж... А вот это вот они будут мучиться. Но я машину не оставлю, блядь. Слушай, они, блядь... Ну так тоже не может быть. Ну нельзя так. Ну колхоз, блядь, делают. Вот, вот, ну... Вроде и починили, блядь, а вроде и нет. Она-то ездит вроде и... Соло особо так не уходит. Ты одолел чуть-чуть. Вроде все исправилось. То есть вроде хлопцы работают, и хлопец нормальный. Начальник, видимо, у них такой мудак. А то, что вот это они сделали, вот это нужно, об этом нужно очень долго думать. Как они написали, 14-е. Если это 4-е, то ладно. А типа ремень поменяли. Ремень они не меняли, как и масло. Это я понял. Они просто поняли, что вот стоит Вимяна Родиау. Дата 18.08. В прошлом году менялась. Они думают, мы наклеим ему дураку. У него же ремень новый. Пускай ездит. Ремень старый остался. Потому что вот этот вот Родиау, это вот настоящее. Показываю. Написано Себек 240 тысяч. У меня сейчас 257. А в имяна 3300. А нахера вот они, бля, мне приклеили. Ой, бля. Они приклеили просто, бля, типа мы поменяли. Ремень старый стоит. Я понял, что нихера они не поменяли. Ну, блядь, надо пильновать. То, блядь. Прикинь, штуку баксов. Ну, это вот за мою науку, что я лох, блядь. Что нужно с ними трохи суровее обращаться. Но они не понимают русского, человеческого, даже польского не понимают. Но она, правда, слава богу, едет. То есть, я надеюсь, что прокладку они мне все-таки под головой поменяли. Масло. Вижу масло. Это плохо. Ну, это, вот знаете, я вам скажу, что у меня был Opel. Он жрал масло. Я доливал. Здесь у меня как стоял, так и стоит. Это если, может, я 1000 завалю километров, может, там какой-нибудь 200 грамм или 100 грамм нужно будет и долить, ну, за счет вытекания. А так она не жрет. Я на газу езжу. В общем-то, пока что она ездит. Ну, надо, конечно, там